Сумел время достар, Қазақ Таймс бағдарламасы жалғасуда. Мен алдандым, Айдар. Негізі барлығымыз жұлдыздардың әлеуметтік желілерді отыратындығын білеміз. Оған қоса әлеуметтік желілерде белгілі бір өнімдерді жарнама жасап, тіпті оған сияқы алатынында естіген болатынбыз. Бірақ ол қандай сияқы, қандай мөлшерде, қандай көлемде екенін ешкім біле қоймайды. Сондықтан бұл жолы әлеуметтік желілер Instagram жарнаманы іске қосып, алдау операциясын жүзеге асырмақшымыз. Сонымен жұлдыздарымызды осы автосалонға автокөлікті жарнамалау мақсатында шақырған болатынбыз. Шарт бойынша олардың мақсаты жай ғана осы автокөлікпен суретке түсіп Инстаграмға салу. Ал сияқы ретінде автосалон оларға бақандай бір автокөлік сыйламақшы. Сонымен құрметті достар, автокөлікті сыйлаған кезде біздің жұлдыздарымыз қандай әсерде болатын, және ол автокөлікті тартып алған кезде қандай әсерде болатын, барлығымыз тамашалаймыз, қызықтаймыз. Сонымен бүгін алданатын бірнеше телехикаяның жұлдыздары, әлеуметтік желілердің жұлдыздары, танымал актрисалар Сая Оразғалиева және Айнур Ильясова. Здравствуйте. Меня зовут Тимур. Я маркетолог здесь, получается. Хотел бы вам показать машину. Вы пройдите, посмотрите. Которая производится у нас в Казахстане. Это казахстанский внедорожник, рамный, во-первых, за высокая посадка. Там идет полный электропакет, центральный замок, штатная сигнализация, климат-контроль. Ну как, вам удобно? Ну да, конечно, подвинуться там. Давай, ну, перед. Нет, еще на автомате есть. Все хорошо. А вот это будет или это так просто ради рекламы? А вы хотите узоры? Да. Вы являетесь активным пользователем Инстаграма? Да. А сколько у вас подписчиков, если не секрет? 102 тысячи. 102 тысячи? Инстаграм – это как сейчас мощная реклама. Да, есть такое, да. Это очень большой двигатель именно рекламы. Да. Благодаря этой рекламе, то, что вы 3 месяца будете выкладывать фотки, мы вам подарим автомобиль. Серьезно? Если вы будете выкладывать наш автомобиль, мы вам подарим такой автомобиль. Круто. Только полной комплектации, полной, все будет, ну, даже с узорами, с орнаментом. Но только вы должны выполнить наши условия. Да, около 3 месяцев вы должны будете выкладывать какие-то, ну, не обязательно 2, но чтобы 1 точно была. Все, огонь. Да, смотрите, вы готовы? Вы согласны? Я да. Значит, да, вы согласны. Можете сейчас прям сделать селфи и выложить в Инстаграм? Можем. Да, давайте сделаем сейчас вместе селфи. А, я тоже, да. Решать, что да. Чуть-чуть, правда. Да. Или либо вот так, да? Да. Да, давай. Типа, я пошел. Нет, а давайте сделаем так. Айнура, что вы не думали, что это вообще что-то розыгрыш? Что, все серьезно? Это ключи от машины. Давайте. Честно, это ваша машина. Мы, да, в течение 2 часов будет готово. Все, огонь, давайте так. Все. Сейчас, секунду. Мне бы не прикалывалось? Нет, это серьезно, это акция такая у нас. Сая, мы поздравляем вас, мы дарим вам этот автомобиль. Поздравляю. Все, я думаю, остались вещи, сейчас пригласить. Пойдемте тогда сюда, пройдем. Присаживайтесь сюда? Да, вы присаживайтесь вот сюда. Сая, это Ханат? Есть. Он вам. Ну, смотрите, надо будет заполнить. Машину сначала надо будет на учет поставить. Долгую купли-продаж, в принципе, все составим. Сая, да, позовите? Да. А сколько подписчиков? 102 тысячи. Сколько? 102 тысячи. 102? А почему 102? А сколько нам? Андрей Сергеевич, сколько цена? Ну, какая разница, 100 тысяч, не проблема. 102 запиши, и там, если что, они же добавляются же. Нет, имеется в виду примерно у вас в день, сколько подписчиков добавляется, чтобы знать. Проблемы какие-то? Нет, Андрей Сергеевич сколько сказал? 200 тысяч, ребят. А здесь сколько? 102 тысячи. Ну, подожди, сейчас я решу. Еще за пару дней 100 тысяч подписчиков наберете? Ну, за пару нет, наверное. Нет. ВКонтакте, 35. Пойдем? Сейчас. Я извиняюсь. А лучше смотри.
Ильясова Айнур. Они все одинакового белого цвета, да? Нет, есть разные цвета расцветки. Расцветку вы выбираете, как бы сказать, по своему желанию. Супер. Да. Есть черный. Получается, в любом случае вам от автомата механики не сможете. Так, Я смогу, но это неудобно. Да, ну понятно. И самое главное, там 100 тысяч подписчиков. Правильно же? То, что в Инстаграме у вас. У меня не 100. А сколько у вас? У меня 45 тысяч. А, 45 тысяч? Да, нормально. Видите, мы так. Ну что же? Сергей сказал 100 тысяч, то есть как минимум должно быть 100 тысяч для этого разрабатывать. Ну, то есть эту акцию запустили. Минимум 100 тысяч подписчиков. Вот это ребята говорят. Да нет, подписчиков. Там можно же вот. Нет, вы же сможете набрать 100 тысяч? Ну, наберутся они каждый день там набирается. Имеется в виду уже за пару дней. Есть, за пару нет? За пару дней 100 тысяч набрать. То есть, не, навряд ли. За... Я же не видел, что он у меня. Я же вам дал указание по 100 тысяч, найдите. Машина не 10 тысяч стоит. 4 миллиона стоит машина. Не, значит, пишу. Как сделать? Можете сказать примерно вот у вас в день или в неделю сколько человек добавляется? Ну, по 1000 в неделю где-то, да. Да? Знаете, как можно сделать? Есть такой человек, ну, я в интернете видел, который можно накручивать каких-то подписчиков. Ну, через вот эти хакерские вещи какие-то, там есть люди, которые делают это все профессионально. Имеется в виду, там, я не знаю, могут они там за час, я не знаю, 20-30 подписчиков накрутить. Получается, за сутки они точно накрутятся на 200. Вы понимаете, то, что сейчас, если все обговорим, мы машину сразу вот заберете. Давайте попробуем так сделать. Как смотрится на это? Я вообще, я против таких всяких. Против чего? Незаконных действий. Почему незаконные? Какая разница там? Все это так делается. Не знаю. Соглашайтесь, давайте так сделаем. Ну, ВКонтакте у меня 35 тысяч. Ну, нас интересует просто именно Инстаграм. Ну, да. Айнур, извините, нюанс, на который мы рассчитали, мы добавили у вас 100 тысяч. Ну, честно, мне очень жаль, мы вас потревожили, мы вас... Нам придется забрать машину. Пожалуйста. Ладно, спасибо. А хотя, Айнур, можете этот? Может. Как? Вы до какого числа сможете набрать 100 тысяч подписчиков? Там лучше 50 тысяч чего стоит. Ну, я даже не знаю, видите, я как бы... Ну, тогда смотрите. За ними, они просто сами добавляются, и я даже не знаю. Ну, вчера может... было 44, сегодня 45. Да, ну, может, все-таки сегодня оформлено вас? Но только по-другому сделаем. Так. Мы машину на вас оформим? Потом. Она стоит 27 тысяч долларов. Смотрите, 10 забираю я. Мы продадим сразу машину, есть покупатель. Ее сплавим за 20. 10 забираю я, 5 отдаю ему, 5 вам. С вас просто требуются фотки. Еще раз. Смотрите, мы оформим машину на вас. Продадим ее за 20 тысяч сразу на месте. Мы вам на руки 5 тысяч долларов принесем. 10 забирать там, 5 там. А какие вот две фотографии? Фотографии. Ну, мы в один день сделаем где-то 100 фото. Ну, по-разному. Нет, не могу обманывать людей. Ну, а сколько вы хотите? Что? Ну, сколько вы хотите? Да это не в деньгах. Зачем я не принимаю такие вещи? Если играем, то по-честному, если нет, ну нет, так нет, ладно. Ну, видите, здесь условие то, что надо было сегодня. Ну, только не... Да, не... Вы до завтра же не сможете набрать 100 тысяч. Нет, да. Я не смогу набрать 100 тысяч. Ну, а здесь 5 тысяч долларов, просто так. Ладно, может, 10. Я заработаю эти 5 тысяч.
Алла Жаса, Аман Болсам за 2 дня, понимаете? И я не могу врать людям и говорить такие вещи, понимаете? Но это нечестно. Понимаете, а ваш интерес, что это, Инстаграм? За Инстаграм я сам отвечу. Я вам позвоню, и мы сделаем это. Давайте сделаем так. Я не знаю, если в этом есть смысл. Я не знаю, вы-то что, вы чего ждете? Вы просто сейчас, я вам клянусь, я это сам все сделаю. Вы можете взять ключи и уходить, я это сам сделаю. Если вы мне скажете «да», все, я сейчас, вы можете ехать домой, я этот документ сам заеду. Ключи можете забрать, и все. Ну, не знаю, если человек знает, что у меня нет столько подписчиков. Я с ним решу, вы за это не переживайте. Мне вообще как бы все равно. Просто у нас здесь новый шеф, и мне нужно перед ним все сделать. Он иностранец. Давайте так сделаем. Хорошо. Все, тогда смотрите сами, вы забираете ключи. Можете как, чтобы вы не думали, что я обманываю или что-то еще. Забирайте ключи. Вы сейчас можете ехать домой. Я вам позвоню, я сейчас документы все ваши, завтра задача будет приехать, расписаться, взять адресную книжку просто, с Тома. Если она, мне кажется, она есть. И все, завтра. По-больному, видишь, ударили, а? Машиной. Сволочи. Айнама, смотрите, мы только что поговорили. Сделаем так. Как бы то, что вам очень нравится. Мы отдаем вам машину. Возьмите ключи. Угу. И машина на заднем дворе. Угу. Мы сейчас создаем договор. Поезжайте, но ваша задача у нас будет набрать цветущую, чтобы мы не попали. До какого числа? До 8 июля. 8 июля? Да. Берите ключи. Машина на заднем дворе. Сейчас мы договор составим и принесем. Хорошо? Я жизнь, Сая, уродина. Фу, позор. Сая, уродина. Я не чайка. Это жестоко, это очень жестоко. Мен сұраным ол камера бар ма деп. Айттым ғой бар дедім. Бәсен оның түрі бір түрлі болып тұр ғой өзі. Я же сказал, он узнал. Что надо говорить? Я не чайка, да? Ой, взял. Как так можно играть на чувствах людей? Сволочи. Қалай енді көңілкей бәрі жақсы, ризасың ба? Ризамын. Өтті ма? Кілтімді алып, қазір қашам. Өтті. Сонымен құрмет достар, Қызық Таймс бағдарламасында біздің құрбымыз, досымыз Сая Оразғалиева. Мен алдандым. Инстаграмға жібердің бе уже? Жоқ. Негіз құрмет достар, бағана Сая келіп кеткен, Сая арнайы Айнұр үшін Инстаграмда мәшіне отып алдым деп жазып жіберген болатын. Оны Айнұр көрген. Айнұр ой, маған да тисекен деп армандап
Чо, байқап қалды дегеніміз ғой. Негіз Айнурды оған дейін шақырған болатын, Айнур келе жатқан. Жай Саяның суреті тағы бір қарқын бер десек болады, одан да тез келді. Әрине, жарнамалап деп көп нәрсе береді артистерге, бірақ енді бұның құны арзан емес қой. Үш ай бойы жарнама үшін білмеймін енді. Қалай жарнамалайым деп. Креативтіға бола ма деп. Ең маған қатты ұнаған жері, жоқ, я хочу, чтоб все было по-честному деген жері енді әдемі кетті. Біздің Айнур құрбымыз өзінің адал екенін көрсетті. Сондықтан осы компанияның атынан сізге бағана машина келді қайда? Мінекі. Қойдыршы, тағы да. Машина келді. Тағы да ма? Рахмет. Ал, но машина. Бұл ойыншық енді ертең дәу боп өсіп, менің үйімнің алдында шын көлік боп тұрса деп арман дейін. Менің ойымша ол орындалатын арман. Құрметті Қазақстанның жігіттері, ер азаматтары, мінекей біздің қыздарға жақсы сыйлық жасаңыздар. Намек, былайша айтқанда, сондықтан құлақтарыңызға алтын сырға. Сонымен құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасында біздің досымыз актриса Айнур Ілиясова алданды. Мен алдандым. Қызықтаймыз, достар.